Да, забывают не всех. И литература – это протест против забвения. Каким бы неказистым и незаметным ни был человек, ему гарантировано бессмертие на страницах литературы. Эти строки принадлежат классику отечественной литературы, народному писателю Азербайджана Анару Рзаеву. На прошлой неделе мы были у него в гостях, беседовали о вечности литературы, о важности национального языка, о золотом поколении шестидесятников и о многом другом. Я люблю твой замысел упрямый и сыграть согласен эту роль. Но теперь идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. О нормальном расскажите нам историю создания сценария к фильму «День прошел». «День прошел», я уж даже не помню, как это возникла идея, но у меня был рассказ «Грузинская фамилия». Он был опубликован в Москве в литературной газете. И вот когда его прочли, кстати, это перевод, оригинал на азербайджанском языке был, но перевод Садовский был такой, он перевел, и опубликовали в литературной газете. Я уж не помню, это была затея режиссера или моя собственная инициатива, честно говоря, я не помню. Ну, в общем, возникла мысль сделать сценарий по этому рассказу. Я написал сценарий. Он проходил с трудом. Особенно в Москве была такая редактор Коскино, Зуси вот такая, она очень воспротивлялась, не хотела, чтобы фильм был снят. Ну, с трудом удалось ее пробить, и вот до сих пор смотрят эту картину. Там очень важно, Ариф хорошо знал, он сам из крепости крепостной Чарышаяр, он хорошо знал атмосферу Чарышаяра. Он вообще был поэтически настроенный режиссер. Там великолепная музыка именно Сабит Оглы. Там прекрасная операторская работа Расима Исмаилова. И, наконец, главные герои – это Лейла Шахлинская и Гасан Мамедов. Они воплотили удачно, по-моему, так сказать, замысел. Безусловно, удачная картина, прекрасная, и она уже вошла в историю азербайджанского кинематографа. Ее крутят до сих пор по телевидению, да, показывают. Да, да, да. Видимо, если была бы плохая картина, ее не показывали бы столько. Bakıya gələsən, öz şəhərinə, hər daşına bələd olduğun şəhərə, amma elə biləsən qonaqsan, yad yerə düşmüşsən, qəribədir. Bəlkə içək? Yox, yox, bu olmadı. Sənin sağlığına. Çox şadam ki, sən gəlmişsən. Анар Мелим, вы согласны с тем, что язык – это больше, чем вербальный инструмент передачи информации? Я имею в виду культура, менталитет, может быть, энергия языка. Безусловно, конечно. Язык – это основа нации, без языка нет нации. Сейчас, к сожалению, в силу обстоятельств вот есть люди, которые учились не на азербайджанском, азербайджанцев я имею в виду, на русском языке и так далее, они плохо владеют азербайджанским языком. Но я, тем не менее, считаю их тоже, естественно, азербайджанцами, им не чужды патриотические побуждения, так сказать, любовь к родине и так далее. Все это я понимаю и принимаю, никогда не осуждаю их за это. Но все-таки основным признаком национальной принадлежности является язык. Это безусловно так. Не владея своим языком, себя полноценным представителем этой нации трудно назвать. Хотя я опять-таки повторяю, я никого не осуждаю, потому что это судьба. От этих людей не зависит то, что вот так получилось в своей судьбе. Но тем не менее есть объективная истина, что и литература в том числе. Я всегда поддерживал наших тех писателей, которые пишут на русском языке. Из них очень многие мои друзья. Ибрагим Беков, вот сейчас Чингиз Абдуллаев. Есть Натик Расулзаде, такой писатель, замечательный, очень талантливый писатель. Я их воспринимаю как часть азербайджанской литературы. Но магистральный путь азербайджанской литературы – это та литература, которая создается на родном азербайджанском языке. Так же, как магистральный путь русской литературы – это литература, которая создается на русском языке.
Набоков, русский писатель, когда он писал «Приглашение к казни», там, я не знаю, другие. А вот когда он писал «Лолиту» на английском, я не считаю, что тогда он русский писатель. Хотя и Пушкин тоже свои изначальные поэтические произведения писал на французском. На французском. «Война и мир» там в начале, значительная часть на французском языке, естественно. Но все-таки Толстой – это русский писатель, пишущий на русском языке. Однажды вы сказали, что вы хотите чувствовать как восточный человек, а думать как западный. Какой посыл вы вкладываете в эти слова? Ну, я не знаю, я иногда говорю такие слова, за которые потом не знаю даже, как ответить. Видимо, это было такое ощущение, я, так сказать, спонтанно как-то выразился. Действительно, по темпераменту, по эмоциям и так далее, я восточный человек, скорее восточный, чем... Но в то же время я достаточно рациональный человек, и это уже идет, наверное, от Запада. В 2015 году вы опубликовали следующие строки. «В минуту горьких раздумий о несправедливости, которая царит в мире, я с надеждой обращаюсь к великой русской литературе. Расскажите, как русская литература нашла место в вашем сердце?» Ну, я воспитан на русской литературе, на азербайджанской, естественно, и на русской литературе. Даже западную литературу, с которой я... Ну, у меня филологическое образование, так что волей-неволей мне пришлось заниматься литературой, изучать литературу и так далее. Но даже западную литературу я через русский язык узнал, потому что, я повторяю, к моему большому сожалению, я сейчас особенно сожалею, я в свое время не один... Английский я в школе изучал и в институте, но так и не освоил. Так что вся мировая литература от американской до японской я через русский язык воспринял. Это само собой. Но сама русская литература, она настолько богата, настолько обладает такой широтой мысли, широтой чувств, и она разная. Толстой, Достоевский, Чехов – три совершенно разных писателя, но они одинаково мне дороги, близки. Я что-то черпаю всегда вот в этих книгах. Трудно объяснить магию русской литературы. Вот, например, опять-таки я вспоминаю Чехова и вспоминаю одно слово Горького. У Чехова в пьесе «Дядя Ваня», я вообще люблю очень его пьесы. У него четыре, в общем, известные пьесы, да, то есть наиболее цитируемые. Это «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Даже «Вишневый сад» я меньше, мне нравится эта пьеса, чем пьеса «Иванов». Вот «Иванов» пьесу тоже я бы включил в эту четверку или пятерку его пьес. Я к чему говорю? В «Дяде Ване» есть такая, значит, сцена, когда, ну, все уже разрушено, это Серебрякова уехали, Астров тоже должен уехать. То есть трагическая сцена, фактически. Трагическая сцена, и в этой сцене Астров подходит к карте и говорит: «Африка, да, должно быть жарко в этой Африке». Это настолько эмоционально, вы знаете, настолько поражает, что... Это чисто Чехов. И я удивился, когда Горький, другой совершенно писатель, когда прочел вот то же самое и сказал Чехову, что вы бьете по башке этой публики, она не понимает. Действительно, чтобы это понять, надо особым чутьем обладать, что вот в это время Астров мог бы произнести какой-то торжественный монолог, что-то сказать про, там, я не знаю, несправедливость жизни и так далее, а он говорит о Африке. Это тончайшее наблюдение. Или вот, например, у Чехова есть рассказ «Хариска», я не знаю, вы помните или нет. Там, значит, Хариске приходит ее любовник, в это время врывается жена, начинает, значит, оскорблять эту Хариску и так далее, и он извиняется перед женой, уходит с ней, и Чехов кончает так. Эта Хариска вспомнила, что на днях ее ни за что, ни про что изругал извозчик, и горько заплакал. Заплакала не от этой сцены, хотя причиной была, естественно, эта сцена, но вспомнила, как ее обидел извозчик, и горько заплакал. Вот на таких тонкостях строится русская литература. Она этим, наверное, отличается и от французской, потому что таких нюансов, я не знаю, есть ли во французской литературе. Хотя Пруста я тоже очень люблю, Марселя Пруста, тоже, у него тоже много богатства этих
оттенков человеческого поведения и так далее. Но вот такой тонкости, как русская литература, особенно в Чехове. Ну, Достоевский глубок своим трагизмом, Толстой велик своей широтой, а Чехов вот этой такой эмоциональной чуткостью какой-то, он неповторимый художник. Тонкий психолог, великий психолог. Ну, все они психологи, и Толстой психолог, и Толстоевский, Достоевский особенно. Да. А есть какие-то произведения, которые очень сильно на вас повлияли? Будь то бы это азербайджанская, русская литература, иностранная, зарубежная? Ну, в азербайджанской литературе я больше всего люблю несколько произведений. Это, ну, я всю литературу нашу люблю, но не всю, то, что мне близко. Но самые главные книги для меня – это «Китабы де Горгут», это «Физули», творчество «Физули», и «Лейли Мэджнун», и «Газели», это «Мирза Федали Ахундов», это «Сабир», и это «Джалиль Мамед Кулзаде». Вот эти писатели особенно мне близки. В русской литературе я то же самое могу сказать. Например, Тургенев – великий писатель, он мне не близок, как Толстой, как Достоевский, как Чехов. Или Тютчев – тоже великий поэт, но Лермонтов для меня выше. Я уж не говорю о Пушкине, который «наше все», как говорил о нем. В мировой литературе я тоже, ну, более-менее знаю французскую литературу. Там Бальзак – великий писатель, Стендаль, Пруст, которого я очень люблю. И так. В молодости я увлекался Хемингуэем, хотя я понял, что это, в общем, писатель не самого первого ряда, но все равно я своим юношеским увлечением не изменяю. Он для меня опять-таки дорог, этот писатель. Притом современная молодежь, она тоже очень любит Хемингуэя. Ну, это обожает просто. Это как раз свойство великой литературы. Да. Одно, вы знаете, у популярных писателей есть одна Ахиллесова пята. Когда они очень популярны, через поколение им мстят за эту популярность и отвергают их. Что вот он в свое время был популярен, а вот мы другие, мы поэтому его не любим. Но проходит еще одно поколение, и этот писатель возвращается. Так было и есть и с Маяковским, так и с Хемингуэем, так и, наверное, и с другими великими писателями или художниками. Это можно сказать и про музыку. Очень много было примеров, когда в классической музыке композиторов забывали. Да. Например, тот самый Бах. Сколько сотен лет не исполняли его произведения, о нем забыли. Ну, вот, да. Я в свое время писал, я Баха очень люблю, я писал, что музыку Моцарта создал Моцарт, а музыку Баха создал Бог. Потому что там действительно что-то от Бога. Там что-то вселенское. Это будем еще изучать очень много лет. Да. Это до сих пор не изучено. Это великолепное, наверное, явление вообще за всю историю человечества. Да, Бах. Действительно, так. Самый любимый мой композитор Бах. Я тоже очень люблю. И вообще его даже изучать можно с точки зрения науки. Там математические комбинации, там какие-то даже... Там ответы, наверное, на все вопросы. Он гением был, безусловно. Ну, вот интересный факт. Немцы же очень рациональный народ. Да. Немцы. И самую великую музыку все-таки создали они. Бах, Моцарт, Гайден, Бетховен, Шуберт, Шуман, и до Малера, и последующих поколений, Брамс. Величайший. Нигде даже в русской музыке нет такого богатства, хотя русская музыка тоже по-своему богата, но такого богатства тем более нет во французской музыке, в английской вообще нет. Философы оттуда. Философов очень много же, Шопенгауэру, как минимум, да? Ницше, Германии, да, философов много, да, Гегель, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше. Там, это магия энергии Земли, это может быть, или это генетическая память какая-то, именно вот с территории Германии. Но философы, они рациональные, это понятно. Вот эмоциональную музыку этот неэмоциональный народ, как мог создать, это действительно чудо. Немцы же, в общем, они не эмоциональны, скорее рациональны, но тем не менее в музыке все эмоции, там, все человеческие чувства там отражены в этой музыке.
Если говорить про наш народ, у нас очень-очень творческий народ. У нас, у нас по всем видам искусства очень много гениев, талантливых людей. Это литература, это живопись, скульптура. Притом и поколение, молодое поколение, они, смотря на наследие культуры и искусства Азербайджана, создают очень много интересных произведений. Вот, например, Гюнель Анаргызы, писатель, и вот я зачитываюсь ее произведениями, очень интересно пишет, и я надеюсь, что в будущем мы будем радоваться так вот детьми Азербайджана, которые продолжают поколение великих деятелей искусства, деятелей литературы. Ну, спасибо за оценку. Анар Мялим, в ваших произведениях главные герои следуют велению сердца. Они отчаянно ищут счастье на протяжении всей жизни, но при этом не всегда их находят. А в чем счастье для вас, Анар Мялим? В чем счастье писателя Анара? В работе, наверное. Работа, семья, общение с интересными людьми. Что еще сказать? Абсолютно счастливых людей нет. Я не видел в жизни никогда, чтобы он абсолютно счастлив человек. Всегда есть какая-то проблема. Если есть проблема смерти, то ты кого-то теряешь из близких людей, значит, абсолютно счастливым быть невозможно. Относительно может, вот если ты увлечен своей работой, если она доставляет тебе удовольствие, если ты живешь праведной жизнью. Праведной не в том смысле, это не монашеское, я имею в виду, а в том смысле, что никого ты не предавал, никому не делал зла, пытался в меру своих сил кому-то помочь, кого-то поддержать. Это, наверное, и есть счастье. Спасибо огромное, Анар Мялим, за интереснейшую беседу. Спасибо вам. Спасибо большое. Благодарю, что вы согласились принять участие в нашей программе. Я желаю вам крепкого-крепкого здоровья, всегда хороших и талантливых людей в округе. Ну, успехов, которые вы уже, наверное, достигли всех. Спасибо огромное за ваши книги. Спасибо вам. За мысли ценные. Спасибо. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что сегодня в программе есть разговор на CBC. Мы говорили с классиком отечественной литературы, с народным писателем Азербайджана Анаром Рзаевым. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч.